эмоции на трибунах и баскетбольной площадке Дворца спорта «Титан» зашкаливают. Болельщики беснуют. Юные спортсмены, как настоящие мировые звезды баскетбола, сражаются за мяч. А суровые тренеры не дают им расслабиться, настраивая их только на победу. Так на драйве и адреналине сражаются юные баскетболисты всероссийского турнира «Новогодний кубок», который уже традиционно проводит баскетбольный клуб «Калибаскет» при поддержке компании «Уралкали» в рамках проекта по развитию баскетбола в Березниках и Соликамске. После Нового года же нужно, так сказать, немножко жирок там встряхнуть, климат после новогодних праздников. И у всех как бы дальше продолжается турнир, там Кубок Феникса, у кого-нибудь еще какие-то турниры запланированы. И этот турнир мы сделали для того, чтобы ребят ввести в тонус, как бы набрать нужные кондиции, посмотреть, в каких моментах мы начали как бы там проигрывать, послабее стали, чтобы месяц подготовки еще есть, чтобы уже знать, над чем работать дальше. Три дня 12-летние мальчишки из Нижнего Новгорода, Перми, Соликамска и Березняков сражались за каждое очко. Борьба была нешуточная, рассказали нам игроки, ведь никто не хотел отдавать победу без боя. Илья Бабурин, капитан команды из Нижнего Новгорода, родом из настоящей баскетбольной династии. Мячи в кольцо забрасывала еще его бабушка. А сегодня Илья стал лучшим игроком своей команды, которая, кстати, по-доброму подшутила над ним во время интервью. Как тебе? Такой розыгрыш стал, можно сказать, фишкой спортивного мира. Одноклубники частенько обливают водой своих звездных коллег, рассказал нам Илья Бабурин. То есть где-то такого и делают? Да. Все так делают. Когда интервью как дается, я обливаю с водой. Кстати, мы смогли пообщаться еще с одним лучшим игроком, Ярославом Моисеевым, уже из Березняковского «Калибаскета». Я чувствую радость, типа, то, что победили, первое место заняли. Получил я вот это за то, что хорошо играл на этом турнире. Нужно дальше прогрессировать, чтобы еще больше таких наград получать. А ты уже получал такую награду? Да. Буквально где-то месяц назад ездили мы на «Феникс» в Москву, Покровская. Там я получил за ассисты и за лучшего игрока команды. По итогам трехдневного баскетбольного турнира «Новогодний кубок» четвертое место увез с собой «Урал Грейд». Бронза нынче порадовала пермского олимпийца. Серебро у гостей из Нижнего Новгорода. И что нам особенно приятно объявить, первое место и заслуженную победу одержали наши ребята из клуба «Калибаскет», с чем мы их и поздравляем. Сейчас у команд есть целый месяц, чтобы провести работу над ошибками перед поездкой на Кубок Феникса в Самару. Пожелаем спортсменам удачи. Ольга Распонмарева, Кирилл Яранцев, «Наши новости».